народные танцы, известные песни, атмосфера тепла и дружбы. В Доме культуры «Заря» отметили самых активных жителей Самары серебряного возраста. Праздник приурочили к Международному дню пожилого человека. Это день доброты, любви, мудрости, жизненного опыта. Это все то, чем обладаете каждый из вас. Желаю вам здоровья, благополучия. Желаю вам, чтобы в это непростое время стойкости, мудрости и тех советов, которые вы даете нам и подрастающему поколению, хватило на долгие и долгие годы. День пожилого человека ежегодно отмечают во всем мире в первый день октября. Дата выбрана не случайно, ведь в природе, как и в жизни человека, в это время наступает золотая пора. Сегодня праздник. Праздник не пожилого человека, дорогие мои, а праздник золотого человека. Все вы золотые, потому что вы те люди, которые знают и умеют, как надо жить, как надо работать, как надо любить. Это самое главное. И вы своим личным примером показываете сейчас нашему молодому поколению, как надо это делать. Старшее поколение Самары – это люди, которые занимаются рукоделием, спортом, общественной деятельностью, участвуют в волонтерских проектах, заряжают энергией своих друзей и близких. Мы можем посмотреть на людей, показать себя, поделиться впечатлениями, рассказать, что произошло за это время. И надеемся, что завтра будет чуть-чуть лучше, чем сегодня. И нам повезло с погодой, солнышко. Так что мы не пожилые. Мы молодые душой и энергичные, желающие жить. Этот год объявлен в стране годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В числе таких ценностей – советское кино. Поэтому в программе праздника просмотр любимых кинофильмов и викторина с призами. Светлана Кудрявцева, Евгения Усова, Василий Колдашов. События.